инвесторов ждет формирование правил игры. То есть мы намерены быть открытыми, мы намерены быть в диалоге с инвестором. Мы желаем услышать их претензии, какие-то пожелания, предложения по улучшению. То есть мы готовы быть в открытом диалоге, мы готовы дискутировать, мы готовы работать с каждым инвестором. И когда мы говорим инвесторы, мы не имеем в виду только каких-то очень крупных инвесторов, которые готовы вложить там десятки миллиардов рублей. Инвестор это он разный. Есть действительно нацелен на большие, скажем так, инфраструктурные проекты, где речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей. А инвестор, который приходит с меньшими суммами, тоже интересен. И вот мы его тоже не должны упускать. Поэтому мы будем работать в таких двух стратегических направлениях. Это первое направление – инфраструктурные проекты, проекты в социальной сфере, где город готов участвовать. То есть город готов участвовать предоставлением участков, предоставлением капитальных грантов, обеспечением загрузки. То есть это те элементы жизнеобеспечения, которые нужны городу для функционирования. Это транспорт, это инженерия, это социальная инфраструктура, школы, больницы, поликлиники. Все это нам крайне интересно. И к тому же мы имеем здесь опыт достаточно большой. То есть одни из пионеров, точно пионеры в стране по ГЧП. Второе направление, такое магистральное, это работа с инвесторами с точки зрения их привлечения, их сопровождения проектов. То есть это воронка проектов, то есть мы готовы рассматривать все. Мы готовы тем проектам, которые мы взяли в сопровождение, сделать некий консьерж-сервис. То есть, когда будут за руку их водить, решать наши, в том числе, и внутренние вопросы. Потому что зачастую мы знаем, да, что разные исполнительные органы власти имеют разные точки зрения. То есть, попустить инвестора самостоятельно по этому адовому кругу, конечно, не очень правильно. Он может заблудиться и потерять желание что-то здесь проинвестировать. Поэтому мы будем ему помогать, в том числе в прохождении этих процедур. А это диалог, еще раз диалог, это общение внутри исполнительных органов власти с инвестором, то есть с его разным проявлением, потому что инвестор тоже разный.